Любовь Успенская, королева российского шансона. Она добилась всего, о чем мечтала. У нее есть любимое дело всей жизни. Любовь и признание слушателей. Муж, дочь и огромный дом. Не так давно звезда решила показать журналистам свой дом в 1000 квадратных метров. Дом находится в коттеджном поселке. Это то, что я хотела. Я хотела именно такой дом. Я здесь отдыхаю душой, прихожу и расслабляюсь. Для творческого человека это необходимо. У меня не было такого дома, поэтому я о нем всегда мечтала. Я сама добилась успехов, и я горжусь этим. Я горжусь собой. Все, о чем я мечтала, все сбылось, рассказала Успенская. Она приобрела дом вдали от города, так как любит природу. Ремонт делали лучшие дизайнеры столицы, а порядок помогает поддерживать помощники. А еще не так давно королева шансона призналась, что хочет ребенка, но получила в свой адрес шквал негатива. Напомним, что у певицы есть взрослая дочь Татьяна, которую она родила в возрасте 35 лет от Александра Плаксина. Пожелаем любимой певице счастья и добра!